Мошенники создают клоны-сайты для продажи фиктивных акций Казмунайгаза. На фоне предстоящего IPO компания подверглась массовым атакам. Чтобы бороться с киберпреступлениями, казахстанские IT-специалисты разработали уникальную антифишинговую систему, которая блокирует такие лжесайты. Подробнее в сюжете моей коллеги Назымгуль Кумыспаевой. Артур Нургожаев и его коллеги создали систему, которая способна распознавать клоны сайты. Сегодня интернет-мошенники могут подделать абсолютно любой портал, будь то банковский или целый национальной компании. Подделывают и мобильные приложения в Play Market. Мошеннические ресурсы появляются условно каждую секунду. Условно, даже сейчас, вот, допустим, мы заблокировали на прошлой неделе, просто меняется одна буква в ссылке, он копируется опять и он заново выкладывается. Вот. И человек, условно, который с типичными решениями, он будет думать, что он уже заблокировал этот сайт. Но наше решение, оно сразу покажет, что этот сайт опять ожил. В преддверии народного IPO такие лжесайты создают сотнями и зарабатывают деньги на доверчивых гражданах. По данным Intel Security, 90% людей во всем мире не способны распознать фишинг. В 2022 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам 15 миллиардов тенге. Казмунайгаз стоит в рейтинге третьим по посещаемости, но не по посещаемости оригинального сайта, а по посещаемости фишинговых сайтов. Это почему? Потому что у самого сайта есть легкая возможность его копировать. Это вид называется парсинг, то есть так как его легко парсить. Только за 3 дня айтишникам удалось выявить 16 мошеннических сайтов национальной компании, на которых зарегистрировались более 10 тысяч пользователей. Все они потенциальные жертвы обмана. Специалисты уверены, разработка поможет активнее бороться с киберпреступлениями. Назымгуль Кумыспаева, Асылбек Куспанов, Алмат Мендыбаев. Новое время.